Добрый день, с вами Наталья. Сегодня мы будем запекать индюшиные ножки, филе, в духовочке. Для этого я 4 ножечки разрезала пополам. И вот дочь посыпала вот этими специями. Виноградным сбрызнули уксусом. Оставили мариноваться на часок. Вот разогревается духовочка 10 минут, и на 45 минут мы поставим запекаться. Это очень вкусно. Прошло 50 минут, вот такая красота. Ароматная, аппетитная, румяная получилась.